библиотека Шейх Заид Бей, Нью-Йорк. Приходите на выставку. Дорогие друзья, сегодня у нас интересное событие. С вами говорит Светлана с библиотеки Шепсет Бэй. У нас очень интересная выставка происходит в данный момент. И работы, конечно, очень интересные, такие яркие, такие своеобразные. И здесь прямо живут цвета, и живет какой-то дух, сила, красивая сила, теплая сила, созидательная сила. И я чувствую движение. И я хочу познакомить вас с автором, с художницей, которая сотворила вот эти рисунки. То есть здесь я вижу эти рисунки, эти картины, и играет здесь дух, и идет движение, и такой какой-то веселый и сильный, своеобразный дух. И, конечно, хочется познакомить вас с художницей, которая сотворила это. И сегодня она у нас в гостях, и сегодня это ее день. Это ее открытие, ее выставки в библиотеке Шепсет Бэй. Я хочу всех пригласить вас посмотреть, посетить эту выставку и, конечно, познакомиться с самой художницей. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Ната Шемшу. Я из Украины, художник. Сегодня я представляю серию картин йога, в котором я бы хотела передать вот это вдохновение, эту силу, эту энергию, которая идет изнутри, вот, снаружи. Этот дух и сила, которая гармонизирует. И каждая картина у меня представлена в определенной гамме цвета. Цвет подобран вот по колориту, вот по контрасту. И каждая картина, она соответствует определенной чакре. То есть здесь есть своя система, вот свое смысловое значение каждой картины. Вот начиная вот из красной, вот это вот первое, красная йога, это energy йога, не, это energy, это сам йога, green. То есть каждая вот по смыслу. И я хочу сказать, что вот эта вот картина у меня, «Воин света», она отображает вот сейчас нынешнее событие, которое в Украине происходит. Вот она как раз связана вот с этим, то есть сила, духа, вот эта мощь и вот это свет, который сейчас... А почему вы назвали вот эту картину «Синяя луна йога»? Mm-hmm. Почему именно? Ну, почему синяя? Да, потому что это опять же связано с синей чакрой, и каждая фигура, поза йоги, она тоже усиливает действие этой чакры. А луна, потому что она такой дугообразной формы, и вот у меня такое впечатление сложилось, что... Именно это название и больше всего подойдет для этой картины. А вот это очень превосходная картина. Вы назвали вот сиреневая, движение, да? Да, да, движение. Это сиреневое вверх. Раскрытие, да? Это ну, как цветущее блоссом, пурпур-блоссом. Uh-huh. Uh-huh. Цветение такое, uh-huh. Пурпурное цветение. Uh-huh. Я использовала здесь акриловые краски и золотистый маркер. И скажу, что вот эта колористика, абстракция и одновременно вот такой фигуратив, но каждая фигура, она без каких-то ну, конкретных деталей. То есть я хотела максимально их обобщить. Вот, и здесь вот первая у меня картина, она как раз связана с сезоном, сезон, который сейчас вот осень еще длится, да. И здесь она называется Ом, то есть это мантра, ага. Вибрации вот эти вселенной, это одна из самых сильных вот мантр считается, ну а памкин, это тыква золотистая на этих всех цветах, которые осенью, мы когда ходим в парк, вот эти яркие цвета, и они... Ну давайте не все расскажем нашим зрителям, давайте их все-таки пригласим, пусть посмотрят, и пусть мы оставим контакт на этой страничке Facebook, они будут вам задавать вопросы, может быть, и вы, может быть, ответите, у нас очень хорошая группа художников. Причем они не профессиональные художники. Кстати, вы профессиональный художник? Да, конечно, я профессиональная. Я заканчивала московские изнуи и нашу одесскую грековку. Интересно, да, хорошо, хорошо. Грековское училище. Угу. Вот, и значит, ну, будем рады вас видеть в виртуальной студии художественной библиотеки Шепсет Бэй. Приходите, и вы должны сами посмотреть, как это вибрации происходит. Почувствовать ее, да? Почувствовать ее, да, и понять, почему именно восхождение йоги. Да, то да, есть, да, интересно. Йога, которая изнутри дает нам... Наташа, еще вот такой вопрос. Почему вот такой интерес у вас к йоге? Просто быстренько в трех словах. Ну, потому что, во-первых, я сама занимаюсь йогой. И, конечно, у меня дочь, которая является вдохновителем, и она моделью, кстати, была каждой фигурой вот этой асаны. Вот она тренер по йоге. Так что, может быть, она будет преподавать йогу в нашей библиотеке? Она преподает йогу, она по Бруклину, по Манхэттену. Может быть, будет преподавать в нашей библиотеке, да. Сильных, да, тренеров. Ну что, спасибо огромное. Своей энергией и своей вот с таким духом интересным, таким сильным, красочным. Каждая картина, конечно, издает вибрации, и это даже слышно.
И даже, мне кажется, что это даже где-то и звучит музыка сама по себе. Сами эти движения, вот такие красивые, четкие. А здесь есть не только гармония цвета, но и гармония музыки. А спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Приятно было видеть ваши работы в библиотеке Шапсабей. Да, до встречи. Спасибо, до встречи.